что сам будешь носить или мама будешь просить? Не-не-не. Сам донесешь. Угу. А если будет каждый раз в школу со мной ездить? Не будет. Учебный класс, школьная парта. 1 сентября для Платона Воропаева все это будет не в новинку. Мальчик усердно готовился к новой жизни, ходил на подготовительные занятия. Поэтому и друзья в школе у него уже есть. Рюкзак покупать тоже не нужно. Его будущему первокласснику подарил губернатор Московской области. У нас все малоимущие семьи получают рюкзаки, причем не просто рюкзаки, а уже с тетрадками, с карандашами, с ручками, ластиками, красками. Все, что необходимо детям, первоклассникам, которые пойдут буквально через 2 недели в школу. Рюкзаки ортопедические, что позволяет им сохранить осанку. И школьные принадлежности Платону покупать не придется. Ему их тоже подарили. В этом году собрать ребенка в школу стало проще. Каждой семье, в которой есть дети от 6 до 18 лет, положена единовременная выплата в размере 10 тысяч рублей на каждого ребенка. Подать заявление на ее получение можно до 1 ноября на портале госуслуг. Евгения Августина, Денис Харламов, телекомпания «Одинцова».